Хлеб начал дорожать. Бельский хлебокомбинат повысил стоимость двух типов выпечки на 25 банов. Это 5,5%. Глава предприятия заявил изданию ЕСПМД, что в будущем увеличится стоимость и остальной продукции. Мера, по его словам, вынужденная. В последнее время дорожало все – от транспортных расходов до сырья. И это при том, что урожай зерновых – один из лучших за десяток лет. Так что, хочешь не хочешь, чтобы не было сбоев в производстве стратегического продукта, пришлось приводить себестоимость в соответствии с возросшими расходами. Напомним о том, что цепное повышение цен неизбежно, говорила и премьер Наталья Гаврилица. Она считает, что это связано с внешним фактором, и власти бессильны что-то сделать. Иного мнения придерживаются эксперты, которые ранее просили руководство страны не медлить с решением проблемы обеспечения хлебом. Anul ăsta a fost un an bogat. Extraordinar, numai că toată producția de cereale din Republica Moldova încape pe două vapoare care se încarcă unul la Giurgiu și la Constanța și se vor duce într-o noapte. Pentru că diferența de preț este de două ori și este firesc să se ducă acolo. Deci cum apărăm noi пекарные вулнерабли. Издание ЕСПМД цитирует и других руководителей предприятий, которые говорят то же самое.